Друзья, вашему вниманию предоставляется канал Антона Марчука. Парень снимает спортивные видео, обучающие видео по выходам, горизонту, переднему вису и другим силовым элементам. И готов поделиться с вами личной программой тренировок. Заходите на канал, смотрите, подписывайтесь. Ссылка в описании. Итак, всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. У нас будет выпуск про Андрея. Он сейчас расскажет свой вес, рост и возраст. Расскажи. Мне 14 лет, вешу я 55 килограмм примерно и рост 168 сантиметров. И это будет своеобразный такой вызов для тех, кому 14 лет, для вас, ребята. И поэтому начинаем делать то, что он может делать. Он покажет абсолютно все там элементы на турнике, сколько может потянуться, сколько отжаться за один подход. Поехали. Сейчас я продемонстрирую вам связку элементов, которые я пока что умею. Сейчас я вам покажу элементы, которые связки я так немножко позабыл сделать. Сейчас я продемонстрирую за один подход, сколько я смогу сделать повторений, подтягиваний. Да. 23 получилось. Сейчас я покажу вам отжимания. Ну, точнее, сколько я раз могу отжаться полностью, да. На сейчас очередь отжиманий на брусьях. Давай это без еды. Опа. Без еды, да? Ну
меня в глазах темнеет. А теперь я буду пытаться потянуться с весом. Плюс 15 килограмм. Вот, сейчас посмотрим, сколько. Итак, друзья, вот и все, учитывая, что он делал это все с передышкой, там буквально 2-3 минуты все упражнения, то можно сказать, что у него потенциал гораздо больше, и он больше может сделать, если отдохнет больше. Это логично. А так, спасибо за внимание, друзья, за просмотр. Славе большой респектос, если... Ой, Андрюхе большой респектос. Да, Славе тоже большой респектос. Да, да. Стою тут, снимаю. И Славе большой респектос. И вообще всем. Если вы можете сделать в 14 лет то же самое, что и Андрюха может сделать, то вы вообще красавчики. А так увидимся в следующем выпуске. Пока. I saw you dance like...